Друзья, всем привет. Ну, проблема Renault Duster. Что-то при старте, при остановке какие-то штуки появились в ходовке. Значит, ну, стандартно, да? Как мы это можем узнать, определить? Залазим под машину и начинаем все жестко дергать. Тяга нормальная, стабилизатор стоит нормально. Хотя тоже на стук не очень нормально. Шара было сложно так проверить, машину надо вывешивать. Значит, на что замечено? Вот он, рулевой наконечник. У него странная такая штука. Он стоит крепко. Но вот смотрите, когда его вот так вот вращаю, поворачиваю просто. Вот туда, сюда. Он стучит. Стучит вот здесь. И один. И, к сожалению, второй. Я вот не знаю, оно так должно быть на дастерах. Но мне кажется, вряд ли. Оно так не должно быть ни на какой машине. Слышите, да? Ну, чтобы шаровую проверить, надо вывесить машину, но сейчас не в этом дело. Надо загуглить, посмотреть, наконечником хана или нет, так они должны работать или не так. Ну, короче говоря, что, совет простой, залезли под машину и все дергаете, все смотрите. Вот он, стабилизатор, тоже что-то непонятно. Ладно, сейчас будем разбираться. Ну, с тягами вот такая вот ситуация. Все, всем спасибо. Починю, выложу новый ролик, оставлю ссылку. Всем пока.